Всем привет! Сегодня празднует свой день рождения турецкая актриса Ирем Сак. Желаем ей больших успехов в карьере, надежных друзей и верной любви. Она родилась в 1986 году в Сивасе. Окончила здесь среднюю школу и переехала в Стамбул в 2006 году для получения высшего образования. Окончила Стамбульский факультет американской культуры и литературы. Ирем участвовала в нескольких театральных постановках в школьные годы. Она часто появлялась в разных рекламах, а получила свой первый опыт работы в роли Шахрезады. Она снялась в сериалах «Семейная история», «Гюльпери», «Чукур» и много других. Ну и на этом все. До скорой встречи, мои любимые зрители!